не стоит прямой такой зажатый. С этой стороны, с этой. Пробил здесь сужал, пробил здесь на печень выше, пробил здесь еще раз повтор. Ну, вот надо движение, все время на повторе. По голове, открыл, по голове, по голове. Вот я тебе показал по тебе, понимаешь? Я не расскажу, я тебе показываю. Все. А то расскажут, ничего не понятно. Лучше показывать, да? Нет, на, обязательно. Обучение еще стоит. Рассказ, показ и опробование. Этот метод нет, уже не будет 100% усваиваемости. Не понимают некоторые языка, терминологии. Долго, долго выбирай. Давай, не тянись. Долго не выбирай. Быстро, готовь. Переключайся от одной атаки к другой. Паузы большие нельзя делать. Вы смотрите, да, кто какие ошибки делает и подсказываете? Да, и подсказываю. Я ему сначала показываю, какая ошибка. Потому что когда он видит, он сразу воспринимает. А просто говорить, ну, не хватает терминологии у многих. И неправильно объяснить. Ну, вообще по-другому. Приготовились! Это. Вот сейчас опять надо показать. Вот он говорит, любая. Надо конкретизировать. Что ты сейчас будешь? Против левши. Значит, надо его руку вот пробил, раз, ушел. Вот этот удар опасный для левши. Так. Еще. Оп, а сейчас и на печень переведем. Во! Вот для плевчей, вот для шайбы. Вот как я хорошо. Давай. Вот сейчас ему понятно. Теперь надо воплотить их в жизнь. В бою. Если он делает это в бою, значит боксер отвечает требованиям самым высоким. Теперь не на мешке, а против настоящего соперника. Получается, значит он талант. А есть такие, вот здесь хорошо делает, а там плохо. А есть наоборот. Здесь плохо, а там хорошо. Психология. Сердце. Я долго в профессионалах работал, 20 лет. Там говорят, хат нет, не боксер. Мне кажется, это, наверное, самое главное в боксе. И не только в боксе, и в жизни. Если слабое сердце, человек ломается просто, не справляется с жизненными трудностями, которые возникают. А если у него сердце мощное, он спокойно, он идет как бык, ему позже. А космонавты, смотрите, все спокойные. Там же выбирают именно на это психоподготовленность, психическая подготовка, психологическая. На России будет выступать, да? Будет, он молодой, будет, конечно. В составе сборной Санкт-Петербурга и за сборной. Ну, как он вес? Вес у тебя сейчас сколько? 60. 60 он будет. А кто так, в 60 сейчас самый сильный? Ну, самый сильный вот наш здесь профессионал тренируется. Вот он рядом. Я считаю, что он в стране самый сильный. Как его фамилия? Батаргазин. Батаргазин. Сложно эти. Батаргазин. Вот он сейчас в этом весе король. И может даже и 60. Ну, в 63 он не дрался, но в 60 он первый. То, что может. Но у него вот есть. Это сердце у него присутствует. Все можно точно. Вот когда все это соединится, тогда ты вот, весь как бы. Даже можно тебе в рекламу ставить. О, и опять туда же запустить. Все время на месте не стоишь. Жестко бьет он, да? Молодой, но жесткий, хороший. И техничный. Правильно поставленный. И он понимает то, что то задание, которое ему дали. Вот. А когда не понимает, он говорит, это... Остается самое главное – проявить себя так же в бою, и все.
Какое тебе задание? Ближняя-средняя дистанция. Давай. Средняя и ближняя дистанция будет работать. В середине 2-3 удара накатывай и на голову. И наоборот, с головы на тумбу. 3 удара сюда, 1 сюда. 3 удара сюда, 1 сюда. Давай. Накатывай туловище. Вот, акцент на голову. И наоборот. На голове, на голову показал, акцент на туловище. Вот, вот, вот. Вот то, что надо. Все просто, гениальное просто. Это исполнять надо. Вот. Вот, молодец. Он и технику демонстрирует, потому что владеет ей. И силу удара оценивает. Если он будет так в бою вести, то на него можно, как бы сказать, что он перспективный. Давай, чередование легких ударов, ложных. Ложные атаки. И акцент. Ложная атака, акцент. Туловище, голова. Туловище, голова. Крестные атаки. Все время меняй позицию. Что нужно для его возраста и для его подготовки. На сегодняшний день он показал хорошую работу, очень плотную, с акцентами, разумную, не просто бей, как говорится, бей, беги, хватай, кусайся. Технику показал, тактику показал. Вот. Таких ребят он молодой, я думаю, он вырастет хорошего боксера, если он по дороге где-то не заблудится, не сломается в подготовках, потому что все же великие, сами понимают.
Ну, сейчас на России призером он будет, да? Ну, мы рассчитываем на него. Поэтому он на этом сборе, иначе бы и не было. Вот. Конечно, мы рассчитываем на него и не только призером, но и может, если будет удачная жеребьевка, то он может и финалистом даже стать. Потому что он работает на уровне, сейчас на высоком уровне. Количество ударов соответствует чемпионским. Акценты тоже соответствуют. В каждой серии у него есть акцентированные 1-2 удара. Это и очень опасные, как говорится, удары, которые могут сделать заключение в победе, подвести итоги хорошие. Главное, я еще раз говорю, это не подвести здесь, чтобы сердце. Хат, как все говорят, хат. Мужской хат, боксерский.